Общественную организацию «Совет Мырзаканских Абхазов» возглавил уроженец города Агал Акакис Ванба. Данное решение было принято учредителями Совета после того, как экс-председатель Совета Нагизы Налыпа собственноручно подписал заявление о своем уходе. Общественная организация была создана в 2014 году. Главной ее задачей является защита интересов потомков самырзаканских абхазов, их социальная, языковая, культурная и экономическая интеграция в общеабхазское пространство. Бода Акакевич, конечно, всем нам интересно, кого назначили председателем такого очень важного общественного движения. Конечно, мы наслышаны о парне, о его способностях и так далее и тому подобное, но расскажите поподробнее нам о молодом человеке, который удостоен такой чести возглавить серьезную общественную организацию. И вкратце, разумеется, хотелось бы для тех, кто не знает, чтобы вы разъяснили, Акакевич, какую важную функцию несет эта общественная организация и функционально, насколько она важна для развития интеграции вообще общества. Я считаю, дальнейшее участие этой организации даже очень необходимо. Реально, потому что, как мы знаем, в Гальском районе немеренное количество исторических абхазов, которые рвутся, просят оказывать им содействие. Парень очень перспективный, Апсо Дирцот, на филологическом, на абхазском факультете он учится, в АГУ. Молодой человек наверняка обладает не только абхазским языком. Если это происходит на территории Галского района, наверное, он хорошо владеет и мингрёвским языком, и абхазским языком, и, соответственно, русским языком, что немаловажно для человека, который, если это так можно назвать, будет на постоянной основе делегирован от общества мырзаканских абхазов, и не только, да, во властные структуры района, соответственно. Конечно. Член общественной организации «Совет мырзаканских абхазов» Адишер Зухба рассказал об организации и о том, какие работы были проведены за время ее существования, после чего поздравил нового руководителя с назначением и пожелал ему успехов в начинании. Общественная организация «Совет мырзаканских абхазов» была создана в 2014 году. Председателем был избран с момента создания Тенгиз Шукревич Иналыпа. Он провел огромную работу. За это время работал зампредседателем этой общественной организации. Значит, и мы провели немалую работу в нашем районе. Значит, за это время, значит, были проведены съезды мырзаканских абхазов в городе Гал. Были проведены очень много мероприятий. Огромное спасибо и благодарность хочу выразить лично Тенгизу Шукревичу за его работу. А также хочу пожелать новому, значит, председателю Совета мырзаканских абхазов, молодому парню, как его Званба, успехов в работе. Это очень такая ответственная работа. Акаки, мы вас поздравляем. Мы о вас наслышаны по поручению руководства в лице Константина Пиля. Я хочу также сказать в присутствии коллег, огромное спасибо за проделанную работу, за труды господина Иналыпа, который оставил свое ответственное пребывание на таком посту, как глава общественной организации. Мы благодарим бывшего председателя. Дальнейших успехов, здоровья. А вам, молодой человек, желаем выдержки, как говорится, терпения. Ну и, разумеется, желаем абсолютно точного понимания той ответственности, которую возлагают на вас ваши коллеги, да, люди с заслугами, люди уважаемые вокруг вас. Я думаю, что как раз-таки рост возможен, когда нас окружают грамотные, квалифицированные, уважаемые люди. В завершении встречи новый председатель Совета мырзаканских абхазов Акакис Ванба, поблагодарив за оказанное доверие, пообещал приложить максимум усилий, чтобы оправдать возложенную на него ответственность перед общественностью и коллегами. Сигра бхадза бра бота ажиба при организации кайцазуи табу биасхорстахуб. Нас яхадбиам тазихра хазичу аус абри абсужлаква еще казибш икаларца зифон харай халшу зиги ахцару. Хочу сказать спасибо за возложенную на меня ответственность. Илона Микава, Борис Цацу, Агал ТВ.